Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Тот, кто думает, что самой ценной рыбой может быть только красная, сильно ошибается. На самом деле существует более доступный альтернативный продукт, состав которого почти ничем не уступает тому же лососю. Но его почему-то предпочитают покупать котам, а не для себя. Речь идет о мойве, которую далеко не все россияне ценят. А зря. Мало кто догадывается, что мойва – это ценнейший источник белка и жиров. В мойве и в лососе содержится приблизительно одинаковое количество витаминов В2, С, А, а также такого ценного микроэлемента, как фосфор. Говоря о макроэлементах, следует отметить, что содержание кальция, магния и натрия в мойве даже превышают те показатели, которые мы наблюдаем в случае с все тем же дорогим лососем. Кроме всего прочего, в составе мойвы присутствует ценнейший селен, концентрация которого в продукте значительна. При всем при этом калорийность мойвы значительно ниже, чем лосося. О том же самом можно смело говорить, проводя сравнение мойвы с другой ценной и дорогой рыбой – семгой. Правда, при этом не стоит забывать, что энергетическая ценность рыбы напрямую зависит от того, каким способом она была приготовлена. Но все мы знаем, что рыба красных сортов высоко ценится за то, что именно она является прекрасным источником омега-3. Как с этим обстоят дела у мойвы? На самом деле мойва является достойным конкурентом и лососю, и семге, и даже многим другим сортам красной рыбы по содержанию омега-3. Обусловлено это тем, что мойва водится в холодных водах Атлантического и Тихого океанов, отчего у нее возникает необходимость откладывать жир, чтобы согреваться. Так, в мойве содержание омега-3 составляет 1,44 грамма на 100 грамм рыбы, а в лососе почти 2 грамма на такое же количество продукта. Согласитесь, разница не так уж велика. Но желая извлечь максимум пользы из употребления мойвы для своего организма, вы должны понимать, что ценность этого вида рыбы напрямую зависит от способа ее приготовления. Специалисты в вопросах питания уверяют, что жареная мойва не способна принести большую пользу. Не стоит также увлекаться и копченой мойвой. В ходе ее приготовления таким способом от ценных веществ не остается и следа. Лучший вариант – вареная мойва. Причем готовить таким способом ее можно как в воде, так и на пару. Можно также приготовить рыбку, запеченную в духовке, предварительно обваляв ее в муке. Для всего этого лучше использовать рыбу, купленную в свежем или замороженном виде. А нравится ли мойва тебе? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.